Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Наконец-то мне привезли золу, и сейчас я буду снимать видеоролик хвалебный в пользу золы. Буду хвалить ее, буду все рассказывать. Я хотела давно рассказать всем начинающим о пользе золы, но так как у меня в этом году, я уже несколько раз говорила, что в прошлом году зола закончилась, и у меня не было золы к началу вот посевной, у меня было такое плохое настроение, мне даже рассказывать ничего о ней не хотелось, потому что не было под рукой ее. Но сейчас мне привезли, вот видите, привезли целых пол мешка. Я счастлива. Теперь я сейчас все расскажу вам о золе, расскажу, как я ее ценю, какая она полезная, но все-таки, что нужно быть с ней немного осторожными, если кто ни разу не применял. Но вот зола — это самое, наверное, доступное, самое эффективное народное вот такое средство по уходу за растениями. Не средство, даже удобрение, фосфорно-калийное удобрение. В ней масса необходимых для развития, для роста растений микроэлементов, различных веществ. Ее не нужно покупать, но если, конечно, есть возможность. Я вот, я уже рассказывала, я как поберушка попрошайничаю у деревенских наших родственников, потому что у нас в городской черте вот золу, которая чисто древесная, без угля, найти невозможно. Севить мы углем топимся. И вот у нас есть одни родственники, которые живут в глухой деревеньке, в тайге, и у них там печное отопление, и топят только дровами. Вы посмотрите, какая прелесть. Вот чистое золото, это удобрение, которое вот теперь мне на посевную хватит, а то я уже загрустила. Надо землю для перцев готовить, нет золы. Для томатов тоже нет золы, я везде ее добавляю. И я считаю, это мое мнение, что применение золы — это 50% успешного выращивания и рассады, и вообще получения урожая в огороде. Сейчас все расскажу постепенно, понемножку. Вот что вы должны знать, во-первых, что здесь нет азота, и это удобрение только фосфорно-калийное. То есть, если вам надо фосфор и калий, будете применять золу, а азот можно добавить в виде травяных вот таких настоев, подкормок, и тогда можно вырастить полностью натуральные продукты, натуральные овощи, овощи, фрукты там на участке, если будете применять, например, травяные удобрения, подкормки, и вот золу добавлять. Все, некоторые этим и обходятся только. Вот во многих деревнях, в глухих, я знаю, что никто не покупает удобрения, золу и траву. Все. Есть, конечно, разные процентные, как, вот, например, с древесины там 1% вот этих калия, фосфора, с хвойных, там, с лиственных, все это по-разному, но мне, я никогда в это не вдаюсь, мне подходит любая зола, я любую золу применяю, и, конечно, мы никогда не проводим вот такой анализ содержания, он, конечно, есть. Там я читала много статей, что сжигание травяного сырья там одно, сжигание древесины другое, но я не буду вам мозги как еще более нагружать, засорять. Я просто скажу, что зола с любых, хоть с древесины, хоть сжигание травы, хоть сжигание там еще каких-то, она все равно полезна. Самое главное — не использовать золу после сжигания угля, вот твердого, после сжигания бытового мусора, вот всяких резиновых, пластмассовых, вот сейчас полторашки, синтетические материалы. Не нужно вообще даже думать о том, что вот после сжигания таких материалов что-то положить, добавить в грунт или в огород. Ни в коем случае, сразу выбрасывать. И еще мы должны знать про золу, что она не всем подходит. Несмотря на то, что она такая прекрасная, она вот такая полезная, все-таки специалисты советуют использовать золу в соответствии с кислотностью почвы. Вот у меня кислая, я про себя скажу потом отдельно. Но вот если почва щелочная, то нужно применять ее с осторожностью. Потому что вот эта вот зола, когда мы добавляем, она подщелачивает почву, потому что она сама щелочная среда. Суглинистые и глинистые почвы можно добавлять. Добавляют там, ну, она улучшает все равно структуру, плодородие. Там есть какие-то нормы, у кого какая земля, могут посмотреть. И всегда пишется и говорится, что даже однократное применение вот такой золы,
Оно дает хороший эффект на несколько лет. Если, то есть, вы там при посадке или при перекопке рассыпете золу равномерно, все это перекопает. И вот скажу про свои кислые почвы. Кислые почвы вот для нас подходят лучше всего. Создается вот такой баланс между кислой почвой и щелочной средой вот этого вот золы. И вот именно вот этот баланс, он благотворно в такой ситуации развиваются растения, благотворно это влияет на рост. Конечно, во всех правилах есть исключения. И некоторые культуры, они любят, наоборот, кислую почву. Вот пишется, что под бахчевые, под редиску, под картофель золу добавлять не надо. Но я туда под картошку никогда и не добавляю, потому что у меня не в таком количестве, не столько золы, чтобы я ее разбрасывала по картофельному полю. Мне хотя бы вот перцы, томаты, вот эти все удобрить. Как применяется на практике? На практике она, вот смотрите, по-разному. Летом, кто смотрит все мои видеоролики, возможно, они видели, что я говорила, что когда мне некогда делать никакие там уход за растениями, я просто опыляю вокруг томатов вот эти приствольные. Беру вот так, ну беру чистую просеянную. И вот так раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз, и пошла-пошла по всему ряду. И вот так вот припылила, иногда порыхлю в землю, иногда даже не рыхлю, потому что пойдет дождик, туда она пройдет внутрь, и все питательные вещества туда. Вот в межрядье, по грядкам делают. Потом можно, это вот первый сухой способ применения, потом можно опрыскивать или поливать растения, это всякие настои делают. Воду с золой размешивают, иногда кипятят, иногда просто настаивают, иногда просто растворят и сразу поливают. И можно закладывать вот при перекопке в компостные кучи, то есть, я уже говорила, рассыпать равномерно и перекопать весной, и начинать садить. Так, и еще нужно, конечно, я должна вас предупредить, что перед тем, как вы начнете все это делать, вам надо обязательно знать норму расходов. И вот я применяла в том году, как сказать, чтобы не было плесени на рассаде, я вот так вот делала, ну как-то уже опудривание. Нужно быть осторожным, что зола еще, вот если рассада молодая, она может сжечь молодые листики. То есть, когда вы опудривание по рассаде сделали, я потом вот так пальцем раз-раз-раз делаю, чтобы не осталось на листьях она, и чтобы не было ожогов у маленьких, вот именно у молодых. Чаще всего применяю я как? Когда делаю вот сейчас грунт для перцев, для томатов, одну или две ложки на лоток обязательно добавляю, все вот так перемешаю, и тогда в этот грунт я уже не добавляю больше никаких удобрений, никаких даже гуминовых вот черных жидких, которые натуральные, мне уже ничего не нужно, достаточно вот этой золы на это время, пока растет рассада. Потом, когда я буду высаживать рассаду томатов, рассаду перцев, все я в прошлом году показывала, я добавляю прям в лунку по 1-2 столовых ложки, вот так вот все перемешиваю с землей и туда высаживаю вот этот саженец рассаду. Все применяется и на капусте, и на огурцах, и на всех, но все это я не буду подряд рассказывать, потому что у нас сейчас еще ничего нет, но только знайте, что если вы хотите отказаться, например, или уменьшить количество вот этих вот фабричных минеральных удобрений, прекрасной заменой этим удобрением может быть зола. Но золу нужно выбирать только после сжигания, например, древесины, травы, соломы. Ну, понимаете, натуральных вот этих вот всех таких продуктов, тогда она будет качественная. Никакого мусора, ни синтетики, ни угля сжигать нельзя, применять после них нельзя. Все. Когда я буду делать посевы, когда я буду делать высадку рассады в грунт, я все это показываю, рассказываю, как я добавляю золу. Пожалуйста, если кто-то хочет попробовать, зола продается и в магазине. Там килограммами, там полкилограммами, я не знаю. Но просто я фанатка вот такого удобрения, именно золы. Мне мало такого количества, я заказываю, уже с осени делала заказы, вот мне люди накопили чисто древесные золы. Теперь я счастлива, можно начинать посевы. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова, пела хвалебную песнь «Золе».